Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Monstrum. Когда же она у нас закончится, наверное, вы думаете, да? Она у нас вот закончится, когда мы все пройдем, все, что надо. Сегодня мы будем проходить очередную субмарину, да? Если попадет тот монстр, да, который нам сейчас попробуем, мы уже... Мы должны найти субмарину и найти того самого Ладно, монстра. Ладно, я не буду медлить, сразу отправлюсь. Взять быка за рог. Все, поехали. Так, ну что там у нас? Так, фонарик там на полу лежал, я видел. Да хрен с этим фонариком. Не нужен он нам, да? Не. И так все видно. Более-менее. Валим. Хорошо, куда пойдем? Куда ты нас поведешь сегодня? Вот прямо, потом налево, потом право, назад. Смотрим, ищем наши предметы. Ага. И смотрим, какой у нас сейчас будет монстр. У нас перед этой игрой было два брута. Слизняк, Хантер. То есть, а нам нужен этот синий, изверг. И вот сейчас мы попробуем записать опять, как всегда, скотч. Да иди ты с ней скотч. Далеко и надолго. А где скотч? Ну, кто у нас сегодня будет? Сейчас мы посмотрим. Пока не понятно. Четвертый монстр, да. Четвертая проба. Ага. Вот пока непонятно, кто ради у нас. Да, непонятно. Ради игры... Нужно нам найти того, кто нам нужен. Если мы решили по порядку играть, правильно? Ну чё, смотрим, рассматриваем. Так, а у нас сколько осталось? Два последних осталось? Да. Так, ну возьму канистрочку. Пригодится, да? Оболью монстра бензином, подожгу. Так, что там у нас там? Пойдем направо, пойдешь, коня найдешь. Упырь лопнет. Брут, что ли? Не знаю, пока не знаю. Топот какой-то. О, еще одна, уже две штуки. Ничего у нас здесь, пока ничего. Ящичка поищем, что-нибудь. Вот так, напоследок прошерудим. Да. Ну, кто у нас сегодня? Так, опять тебе какие-то документы пришли. Так, документы. Записочка пришла. Постоянные. О, фонарь, отлично, фонарь. Нам сегодня как раз субмарин нужна. У нас фонарь есть, этот предохранитель есть. Сейчас, надо, может, плотик подтяну. Может, не подтяну. А, так, походу, товарищ, чё? Предохранитель, он нам тоже для субмарина. Да, ага. Так, походу, синяк. Все, тот, кто нам нужен. Изверг. Ждешь? Да. Думаешь, он где-то здесь? Хрен, сейчас пойдем посмотрим. Изверг, ты где? Ой, воу! Все, он там. Так, значит, то, что нам нужно, да? В туалет зайдем от страха попикать. Нет, в туалет не хочу, бутылку не хочу, пойдем дальше. Пойдем вниз. Так, ну вот и отлично, вот и нашли мы того, кто нам нужен. С четвертой попытки. Да. И брут тоже кажется так, как будто это он там шарится. Ну, могу сказать, что на корабле, да, это. А еще... я так и подумала, потому что там вроде какие-то шаги были. Я так показалась. Так, здесь я был. Ну, тем лучше. Главное на него сейчас не наткнуться. Ага. Там где-нибудь вылетит тут внезапно. Пошел вон. Что там? Посижу. Яйца откладу. Куриные. Может быть, когда-нибудь. Ой. Что там такое? Ой, куда-то я залетел. Опять залетел, да. Ага. Что здесь у нас? Ну, так, туда не могу. Туда только вперед. Пойдем. Ну, где-то наш изверг. Убийца. Опа, где-то убийца. Тут... Свет так, где-то был? Тут щелкает. Что-то он как-то не может на меня напрыгнуть. Так, здесь ничего. Ну, могу сказать, наверное, здесь... Ой, еще один, смотри, предохранитель. Уже три предохранителя, охренеть. Сейчас мы еще так прошаримся и пойдем. Где-то тут, смотри, свет мигает. Блин, он там вот, он именно там. Во, что-то замычал. Да. Это его, да, основная вот эта... Ага. Функция. И мужик дышит. Оп.
Представляешь, если он там у двери был? А ему все равно, я видел, как он выламывает дверь. Ему... Они все выламывают двери. Так что то, что там пишут в заставках «Unlocking», «Закрывайте дверь», типа такого фигня это все. Может быть, это как-то их... Приостанавливают, да, на какое-то время, да. Ну, раз пишут, значит, так надо. Ой. Ну-ка. Что-то он мне не может никак найти, ну и не надо. Где-то он рядышком порхает на своей юбке. Обрубках. Синий. Так, мне попробовать куда-нибудь смыться бы. Нет, не получилось. О, где это я? Блин, ящик. О, вот она наша Маша. Яйцеборот, а не яйцеголовый. Вот он прямо здесь. Ой! Живой? А мы уже здесь. Хорошо, да. Так, нам это пятый, все валим. Здесь ничего не будет. Здесь только всегда фонарь. Может быть, можно найти фонарь. Что мы? Вот этот предохранитель. Сварочник у нас только там внизу, куда я сейчас иду. Ох, в прошлой серии долго искали, да? Да. Предметы прям. Так, и батарея еще может быть там. Батарея может быть там, вот где только что был на мостике, да. На мостике. А здесь... Но там ее не было, да? Там ее не было, да. Ну, иногда бывает. Да, батарея тоже. Батарея здесь и там. Да что ты, сволочуга. Заткнись и не пшикай. Так, батарея может только уже быть здесь, потому что там, по-моему, мы ее не нашли. Что здесь у нас? Глостик, баночка. Еще один, четвертый уже. О, сварочник, я же говорю, сварочник здесь. Сварочник всегда в этой части. Теперь нам нужно батарею найти. Батарейка. Батарейка. Ищем, ищем. Так, фонарь это есть, это есть. Так. Хорошо, вот еще одна. Что там такое? Запутался уже вообще. Ой, где это? Опять за эти штурки жалешь. Так. Пойдем прямо. Потихонечку. Да, здесь можно вообще блуждать, запутаться в этих коридорах. Ну ничего, это уже последние серии. Нам осталось два монстра пройти. Так, здесь что за хренотня? У нас четыре штуки есть. Угу. Можно попробовать вставить. Все, не шипи, не шипи. Шептун. Так, надо рычажок чпокнуть. Ну что тут у нас есть? Нам нужна батарея. Закроем. Эх, чемодан этот долбанный. Что это за чемодан? Он прибавляет еще две ячейки. Так, что-то. Ну где у нас? О, все, батарея есть, отлично. Все есть? Все собрали. Все собрали, отлично. Три штуки нам надо было, да, собрать? Да. Так. Ну все, две. Идем собирать. Сварочник. Ну я имею в виду. Ой, блин, нахрен валим. Наверху был. Ё-моё! Давай, беги, беги, папа, беги, зубы свои вставь, то есть убери, чтоб не стучали от страху. Блин, как напугал опять, вот напугал и все. Так, ай, не шипи нафиг мне тут твои шептуны, пойдем. Так, он нас чуть-чуть бы и застукал. Да, не говори вообще. Очень был. Так, мы идем на субмарину, все. Так, а звук-то продолжается. А они и так делают, он типа пугает. А на самом деле он уже очень далеко. Но он летит за мной. Где-то рядом. Как свет начнет мигать, так мы узнаем. Так, нам надо, да. А он там вроде подмигнул чуть-чуть. А может мне все заткнулось. Порядок. Так, нам теперь идти надо вниз на самый... Кто там? На субмарину. Вон там мигает. Что-то там мигало, да? Вон там, вон там, да, понятно. Да, да. Так, может быть, туда надо пройти? О, отлично. Сейчас... Самый низ, да, нам? Да, нет, не сюда. Вот, вот она, субмарина наша. Так, варим. О, все, готов. Импровизация сварки, понятно. Так, теперь... Фонарик. Фонарик. Чпоки. Оп. Батарейка. Батарейка.
Так, так, я помню, что двери закрылись, когда мы брутом играли, они закрылись, значит, они закрываются. Так, сейчас, подожди-ка. И что ты хочешь сделать? Ну, сейчас подсмотреть. Где он, да? Ага. Не шипи. Ах, он прям перед вентилем, да, шипит? Ага. Как хитро сделали. Так, так, он там что-то там. Сейчас, ой. Ой. Где-то он здесь шарится, а потом я... Вот он где-то здесь. Я что думаю, когда устанавливаешь предмет, он сразу же летит, понимаешь? Mm-hmm. Ну, в принципе, я там мог убежать от него. Ладно, пойдем. Может, ступил, стормозил, но ничего, просто испугался. Ну, пройти ладно, же надо. Да. Ну и рычажок. Поехали. Все. Что там далее? Ждем 2 минуты. Так, двери закупорены нахрен. Так, ну и где наш товарищ? Он может сюда проникнуть? Нет. Летит уже, да, короче? Он летит, но что-то двери он не выбивает. Странно. Те выбивают как-то. Этот, может, не может выбить? Может быть, сейчас посмотрим. Да, что-то его нету, странно. Ну давай, батенька, залетай, синяк, выпьем на пару спирту. Смотри, вроде его не может сюда пролететь, хорошо, значит, вот этот монстр... Глюк, глюк какой-то, наверное. Ну и хорошо, тем лучше. Глюк хорош для нас, да, значит, мы просто ждем, но с осторожностью, чтобы нас... Вдруг он сейчас в самый последний момент выбьет дверь. Так, 51 секунда. Ну хорошо, ждем. А? Ну где ты? Походу. Что он... происходит? Ничего не происходит. Он где-то на рядом кружит, но сюда попасть не может. Тридцать секунд. Тридцать. Ждем. Ну хорошо, вроде мы подходим к хэппи-энду. Сейчас должны вроде бы выиграть. 15 секунд. Все, наверное, мы должны выиграть. Ура! Мы выиграли! Еще надо одну кнопку, да, нажать? Да, 4 секунды. Давай, 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 давай. Ни хрена пока не жмется. Все. Все, субмарину спустили на воду. Ну смотри, никого. А, это она спускалась, так. Да, все, нету никого. Понятненько, вот что. Так. Смотрим заставочку. Смотрим. Сейчас будет пугать нас. Да никто не испугает. Он сюда и проникнуть-то не мог. Ни хрена его здесь не было. Угу. Все, мы выиграли нашу серию. Ура! Следующий остался Хант. Что там происходит? Все, в общем, а, спустились, буль-буль-буль, карасики, попки, шарики. А? Да, отличная была серия. Очень короткая, так, что-то как-то быстро все. Достаточно, да, нашли. Зло, да. Прошли, замечательно прошли. Угу. Вроде мы еще плывем. Когда как повезет, то есть иногда предметы рядом, все лежат, быстро все находится. Вот видишь, как в этой серии повезло, да. Ну вот джанг, джунг и джанг фиш, рыбка, что-то такое. Ну вот. В принципе, и все. Прошли мы какого? Изверга. Угу, очередную серию. Это да. Самая короткая серия была, которую мы только играли. Очень все быстро получилось. Все замечательно, все хорошо. Все довольны. Монстр почему-то не проник к нам в этот, в отсек, где была субмарина. Правильно? Ну да. Это хорошо. Ну, вот наши опять очередные титры. И у нас остался, как я повторюсь, Хантер. Ну, его нужно будет выловить и, в принципе, собирать все предметы. Ну, вот наша очередная концовочка, предпоследняя. Здесь мы, наверное, и закончим нашу серию Монструм. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте. Всем удачи, всем пока, хорошего настроения. Пока!